Присяга – это торжественное и важнейшее событие в становлении молодых сотрудников органов внутренних дел. Принимая присягу на верность Российской Федерации и ее народу, они берут на себя обязанность по защите прав и свобод наших граждан, а также общества и государства от противоправных посягательств. В Центре профессиональной подготовки имени Героя России майора милиции Валерия Тинькова проводится специальное обучение лиц, впервые принятых на службу в органы внутренних дел, на должности рядового и начальствующего состава. Также в Центре проходят учебные сборы по должностным категориям в целях повышения их профессиональной готовности для выполнения оперативно-служебных задач по занимаемой или новой должности в соответствии с нормативными правовыми актами МВД России. 320 человек приняли присягу именно Московской области и спецподразделения. Присяга важна для вновь прибывшего сотрудника, вот, где он дает слова, именно заверяющие, что он служит народу, закону и нашему российскому государству. Я желаю, чтобы они служили честно и порядочно нашей России, нашему закону по Московской области, где они будут нести службу, и по всей России, где будут спецподразделения служить. Здоровьем, счастья и всего самого лучшего. В торжественном мероприятии принял участие начальник управления МВД России по Московской области генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков. Неуклонное выполнение клятвы на верность Родине является священным и благодарным. Нарушение присяги всегда считалось преступлением и строго каралось законом. За любое отсутствие отступления от присяги сотрудник полиции в ответе перед Отечеством. Сегодня вы дали обещание Российской Федерации и ее народу, не щадя своих сил в борьбе с преступностью, а это, несомненно, поступок достойного настоящего гражданина. В течение нескольких месяцев новоиспеченные сотрудники правопорядка под чутким руководством опытных преподавателей постигали азы полицейского мастерства, изучали основы юриспруденции, психологии, медицины, военную топографию, профессиональную культуру и этику, отрабатывали навыки стрельбы, а также совершенствовали свою спортивную форму. Это время они запомнят на всю свою жизнь. Многие из ребят обрели настоящих боевых товарищей, и эта дружба поможет им преодолевать служебные и жизненные трудности. С сегодняшнего дня вы стали полноправными сотрудниками полиции с полным объемом задач, с полным объемом прав и обязанностей. Вы с сегодняшнего дня стали на путь славный, трудный и благородный в служении Родине. В завершении мероприятия почетные гости и сотрудники Центра профессиональной подготовки возложили венки и живые цветы к мемориалу памяти погибших сотрудников органов внутренних дел. Наталья Буслаева, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова, «Видное ТВ».